На велосипедах 500 пинчан. Они открыли сезон заездом в 19 километров. На двухколесных этим утром в основном юноши и девушки. Они уверены, что велосипед – это стальной конь будущего. Экологичный, удобный вид городского транспорта. А главное – крутить педали полезно для здоровья. Велозаезды в честь открытия или закрытия сезона в нашем городе не редкость. С каждым годом добавляются новые участники. В основном, конечно, отзывы положительные, потому что люди очень рады, весело. В большом количестве собраться и провести время с пользой для здоровья. Велосипедисты взяли с собой друзей. Родители приехали с детьми. Большинство катается просто ради удовольствия. А в этот день решили поддержать инициативу пинчан. С дочкой мы начали кататься 2 года назад. У нее был всегда маленький велосипед. А потом двухколесным решили. И с другом как-то друг толкнул ее. Так аккуратненько она и сама и поехала. А сегодня решили прийти, услышали от подруги, что собирается велопробег, и решили приехать поддержать Пинск. Наконец-то у меня попало выходной, и решила составить компанию всем. Велосипед как бы давно люблю, поэтому вот. Приобрели велосипеды прошлым летом, но на закрытие опоздали, поэтому приехали на открытие. Сын, муж. Я знаю, что это традиция, велопробег в Пинске, и не первый год проводится это мероприятие. Я рад поддержать его сегодня, прийти сюда и проехать эту дистанцию. Потоком велосипедистов сегодня уже никого не удивишь. Но такое количество на дорогах города встречается нечасто. Поездка практически в 20 километров никого не испугала. Даже добавила азарта. Старт у речного вокзала. Маршрут пролегал по основным улицам Пинска. Велосипедисты обогнули практически весь город. Проехали по улице Днепровской флотилии, центральной, солнечной, Первомайской. Самые выносливые добрались до катера в городском парке. Пинчане на собственном примере показали, что активный отдых сегодня – это актуально, доступно и интересно.